Всем привет! Пришла очередная хреновина из Китая. Снимаем в нестандартном месте. Чердак, здесь еще воняет вообще жутко. Пришли очки. Сегодня солнечно, хотел очечки потаскать. Вот, по-быренькому распаковать. Давайте. Спортивные очки. Пришли. Не знаю, какого они качества. Ну, стоили они дешево, что-то меньше бакса, а может и бакс, не помню. Ссылку оставлю в описании, давайте посмотрим, что тут пришло. Запаковали знатно. Плюс продавцу за упаковку. Вот такие вот очки. Пластик. Ну, как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Делитесь видео. Всем спасибо, всем пока.